Vale. Tío, oye, ¿qué? Ну, Лёша, я там зарубились. Саша что-то выебывал сначала. Че, будешь играть? Ну, не тяжело, нормально. Я не знаю. Так. Ракетки нету. Блин, это понятно, что платно. Что стоит? Девушка, извините, а шарик не знаете где? Это вам нужно будет подойти в зал повышенной комфортности, находится администратор, ага. Да, и... Я понял, спасибо. Не, блядь, слышь. Твою в Марио загамаю вдвоём. Спайдермен, чё ты? Или день. Здравствуйте, ребят. Да мы и так посмотреть, сколько да, это игры стоят. Да я по телефону разговариваю. Ну, настольный теннис, вон 80 рублей зарубить. 10 Москвы? А почему? Какие шахматы? А почему ты меня шахматы 40. А не Дина. Ага. Там заплатили. Ну ладно, хорошо. Ну придешь, хорошо. Ладно, хорошо. Да, на сцене футбол Кира Лось. Я слушаю вас, слушаю. Да мы так смотрим. Цены. А что так-то смотрите? Вон, берите да играйте во что-нибудь. Аэрохоккей, теннис настольный. Что так-то будет смотреть? О, у меня наличка. А у нас карточка, понимаете? Чего смеетесь? Я не получилось у него от нас. Нас-то не получилось. Берите да играйте. Да вон, хоть в теннис поиграйте. Или в аэрохоккей. Теннис умеешь? Да, бильярд интересный. Сколько он стоит теннис? Теннис 80. Ну или настольный футбол. Вот давай в настольный футбол. Так, вот вроде 30. Это что? Так. 8. Купили шарик, блядь, на 30 минут за 80 рублей. Ха-ха-ха. Запиздюсик-то. Ну, выбил. Мне это что-то видно. Он не дотягивается. Что делать? Да его кто-то скидывать должен. Сейчас кто кидает. С твоей стороны. Давай, кидай так. Подожди, стой! Тайм-аут, тайм-аут! Как его поставить, ты куда? Да как так? Это вообще нечестно. Вот так вот, чтобы вы попали. Короче, проиграл с счетом 10-6. You win! Обнуление. Блядь, ты чё? Первый раз. Что там получилось? 3, 10, 3.
Чистые погоны, чистая совесть. Завидуешь. Вот для этого я. Нет. Как там? Да нормально? Закурю. Слушай, там это, Тарчи, номер вызову. Я в курсе, я ему написал уже. Видите, поеду. Он тебе там очень пригодится, да и нас выручи. Хоть мента увидишь. А Вось увал выпустил, нас погуляете. Да, бабка мне очень мало. Вы снова это? Да, он туда собирается. А он туда собирается, да, бабушке ехать? А там вроде один день. Уважаемые гости нашего города, предлагаем вам посетить вашим услугам одну из двух четырех невинных устойных номеров. Оплата за часовая. Выздоровел? Оформление будет да. Соло, соло, соло. То есть в учебке можно было ты там, где книги шла? А где учиться? А ты как узнаешь, как сам? Ну там, у этого будет. Они приедут, они приедут. Они приедут? Они приедут, они приедут. Давайте это, чтобы ко мне приезжать, все равно подстраивайтесь под выходные. Потому что будни у нас занят будет. Ну это само собой. Ну чем ты, блин, в воскресенье только из-за там уже. Лёха, Сигу, убери. Всё. Да, был два раза проебать, как хуй сразу больше можно. Сколько успели. Ты как там, просто рядовой, не командирование, не... Ну, на командира отделения обучались, но это в мае. Если поехал, то может быть спокойно с сержантом. Но, как правило, тебя после учебника переводят, тогда это сержантом тебя оставят в этом рядовой. Что, тяжелый? Возьми сначала одну партию, потом вторую закинь. Нихуя, ты классно, стой, не поворачивайся. Лёшка, ты иди. Дальше как адрес будет известен, я вам его сообщу. Ладно, буду забирать. Ладно, пойду я в вагон. Подержать тебя? Там одна минералка, и ты видишь меня? Я бежать не буду в этот раз, Лёша! Всё, Отправлю мне 1000 рублей. Привет, Валера!